Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители Республики Татарстан, деревня Куюки, обращаемся к вам с большим вопросом, с большой просьбой. В нашей деревне проживает более 60 тысяч населения, в основном молодые семьи. И на такое огромное население нашего поселка у нас одна школа. И та переполненная в более чем в два раза. В школе на 1200 мест обучается уже 2500 детей. Ситуация с образовательными учреждениями в нашей деревне является нерешенной и требует вашего внимания. В этом году 176 первоклашек не были приняты в единственную школу в нашей деревне. Общее число детей, которым было отказано в образовании, составляет 323 ребенка. Те, кому отказали в зачислении со 2 по 10 классы. Это серьезная проблема, которая требует незамедлительного решения. Кроме того, столкнулись с аналогичной проблемой в детских садах. На данный момент в очереди на место в детском саду находится около 1700 детей. Это огромное число, которое не может быть проигнорировано. Мы хотим обеспечить максимально возможное количество детей с местами в детском саду, чтобы они могли развиваться и получать необходимые навыки перед поступлением в школу. Поэтому мы просим вас принять соответствующие меры и обеспечить построение школ и детских садов в нашей деревне. Это позволит нам обеспечить полноценное образование для наших детей, сделать наше место проживания более комфортным и развитым. Мы надеемся на вашу поддержку и действия в решении на данной проблемы. Благодарим за ваше внимание и готовы предоставить любую необходимую информацию и сотрудничать в реализации этого проекта. Владимир Владимирович, помогите нам! Нас все бросили! Братья и сестры, совсем недавно мы создали канал «Мусульманская Умма», так что всех наших братьев и сестер я призываю не полениться, а пойти и подписаться на этот телеграм-канал. Там будут все новости об исламе. Давайте уже действительно все вместе объединимся.